уважаемые гости! Сегодня исполняется 70 лет выдающемуся государственному и политическому деятелю, настоящему патриоту своей отчизны, нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Его имя давно уже вписано в новейшую мировую историю. На рубеже веков он возглавил страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Наш национальный лидер Владимир Владимирович сумел вывести страну на совершенно новый уровень, обеспечить развитие разрушившейся экономики, создать одну из самых боеспособных армий мира и вернуть авторитет России на международной арене. Мы, весь чеченский народ, особенно благодарны Владимиру Владимировичу за его решительную поддержку нашего первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря этому наш народ избавился от терроризма и экстремизма, обрел мир и встал на путь возрождения. Я бы хотел отметить инициативы Владимира Владимировича, которые позволили оздоровить наше общество. В первую очередь, это сохранение традиционных ценностей, где семья – это союз мужчины и женщины. Это свобода вероисповедания и дружеское существование конфессии. Напомню, что именно по инициативе Владимира Владимировича был принят закон о защите священных писаний, в первую очередь Корана. Мы искренне признательны нашему национальному лидеру за восстановление исторической справедливости в отношении репрессированного чеченского народа. В 2019 году он признал ошибкой выселение и заявил о недопустимости повторения подобного. Только при Владимире Владимировиче бесстрашие и самоотверженность в защите родины наших земляков начали оценивать по заслугам, присуждая звезды героев России и другие высокие государственные награды. И совсем недавно мы праздновали исторические события. Воссоединение с Россией Донецкой и Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской области. Все это стало возможным только благодаря верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, который на весь мир заявил, что Россия своих не бросает. Наш народ доказал это. Мы гордимся нашей страной и нашим президентом. От себя лично и от всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья и сил в делах и труде во имя России и ее многонационального народа. Путин, Россия, победа! Аллаху Акбар! Ахмат Сила! Ассаламу алейкум! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы встретились в непростое время. И в этих условиях чеченский народ проявляет мужество и доблесть, плечом к плечу с своими боевыми товарищами. Ваша храбрость и преданность общему делу достойны восхищения и уважения. От имени правительства России хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете на благо нашей Родины. Отдельные слова благодарности хотел бы адресовать руководству республики и лично Рамзану Ахматовичу. Спасибо вам за все. С праздником вас, дорогие друзья. Со времен царей и императоров наша страна только разваливалась, теряя территории, теряя народ, теряя уважение. Владимир Владимирович I со времен 17 года, кто прибавляет к нашей стране территории. Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон, все это его заслуга. Со времен предателей 80-х годов, которые развалили Советский Союз, Владимир Владимирович прекратил развал. Со времен предателей 90-х годов, которые продали нашу страну, Владимир Владимирович вернул ее на место. Дай Бог здоровья, огромного человеческого счастья, внутренней силы, и тогда у России будет большое будущее. С днем рождения, Владимир Владимирович! Мы хотим присоединиться ко всем добрым словам, которые сегодня со всех уголков нашей страны звучат в адрес нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Я хотел бы присоединить свои слова еще и к вам, дорогие грозненцы, которые в эти дни отмечают день рождения своего замечательного города. И, безусловно, я хочу от всей души поздравить своего боевого друга, моего брата Рамзана Ахматовича Кадыра с наступившим днем рождения. С днем рождения, Рамзан Ахматович! Всех нас объединяет чувство гордости тем, что нашей страной руководит выдающийся государственный деятель современности. Верный сын Отечества и великий патриот. Особое отношение Владимиру Владимировичу Путину у чеченского народа. Сегодняшнее мероприятие еще одно тому убедительное подтверждение. Фундамент этих отношений был заложен первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Без сомнений, Владимир Владимирович является безусловным политическим лидером нашей страны, заслужившим доверие и уважение со стороны подавляющего большинства наших граждан. Под непосредственным руководством нашего президента мы видим все положительные изменения в России, касающиеся экономической, духовной, политической, социальной и других сфер жизнедеятельности государства. Дорогой брат Рамзан Ахматович, не могу не отметить и ваш неоценимый вклад в процесс укрепления социально-экономической
экономической мощи нашего государства, а также обеспечения безопасности Отечества. В частности, отдельно хочу отметить ваш личный вклад и жителей Чеченской Республики в процессе специальной военной операции. Большинство из нас с вами знает Грозный Советского Союза, знает Грозный в огне. Сегодня мы знаем мирный Грозный. Это благодаря мудрости и дальновидности нашего лидера, президента Российской Федерации, патриота своей Родины. Нам с вами объяснять сегодня и рассказывать, что такое война, не надо. Мы с вами ее испытали. И сегодня мы живем на мирном Кавказе благодаря президенту Российской Федерации, его особому вниманию республикам Кавказа. Закладывал все это всеми уважаемый выдающийся политик Ахмат Хаджи Кадыров. И я хочу поздравить нашего президента с днем рождения. С праздником, Рамзан Ахматович, отдельно с днем рождения. Мира, добра и процветание всей нашей великой Родины. Спасибо. Для меня большая честь находиться на гостеприимной братской чеченской земле, иметь возможность поздравить нашего лидера, президента Российской Федерации, поблагодарить его, потому что Донбасс 8,5 лет ждал, но верил, что вернется домой. И вот это случилось. И именно Владимир Владимирович Путин жителям Донбасса вернул Россию, а России вернул Донбасс. Конечно же, для меня очень важно было и поблагодарить сегодня Рамзана Ахматовича за то, что он делает в рамках специальной военной операции для Донбасса, для Донецкой Народной Республики. Чеченские бойцы вызывают трепет у нацистов именно на поле боя. Не менее важным для Донбасса была и гуманитарная помощь. И я хотел бы знак уважения, благодарности передать государственную награду руководителю благотворительного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, ее руководителю Аймани Насиевне за то, что она сделала. Это Орден Дружбы. Указом главы Донецкой Народной Республики наградить Орденом Дружбы Кадырову Аймани Насиевну. Указом главы Луганской Народной Республики наградить Кадырову Аймани Насиевну. Награда передается главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову.